Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Приап. Приап – бог плодородия. Почитался в Греции и Александрии в 3 веке до нашей эры. Позже в Италии. К Приапу принято было относиться с показным неуважением. И обычно изображали в виде его огородного чучела с раскрашенной красной краской головой и фалосом. Считалось, что Приап отпугивает коров на огородах. Священным животным Приапа был осел, служившим символом похоти. В весьма легкомысленном тоне о Приапе упоминает Гораций, Тибул и Марциал. Известно также собрание из 25 так называемых «приапий» – коротких непристойных стихов, принадлежащих неизвестному латинскому автору. Приап гневается на героя петроневского сатирикона Энкалпия и делает его импотентом. На картине Пуссона «Танец в честь Приапа» Приап представлен в виде гербы. Ну, так вкратце о Приапе. Приап, бог плодородия, почитался в Греции и Александрии, а позже в Италии. Пока-пока, до свидания.